Власти позволили повысить с начала марта тарифы на поездки по районам и между ними. Мининфраструктуры и регионального развития опубликовала проект об установлении новых расценок на услуги пассажироперевозчиков. Согласно предложению правительства, поездка между районами в транспорте второй категории комфорта обойдется в 70 банов за километр против нынешних 60. Первая категория также вырастет на 10 банов и составит 80 банов за километр. Таким образом, в зависимости от комфортабельности транспортного средства, билет на рейс, скажем, Кишинев-Комрад, подорожает на 10 леев. По предложению центральных властей повысится стоимость поездок и по району. Для второй категории комфорта предлагается рост до 90 банов, для первой – до 1 лея. Уточняется, что для того, чтобы перевозчик мог оперировать с новыми тарифами, ему нужно получить разрешение местных советов. Также в опубликованном документе подчеркивается, что для применения тарифа первой категории комфорта перевозчики должны получить сертификат, подтверждающий, что автобус или микроавтобус соответствует всем необходимым критериям.